Всем привет, с вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на вот такие вот соленые огурчики от вот этой вот компании, бренда Global Village. Мы с вами уже пробовали от них сок, особенно гранатовый, который оказался потом вишневым, апельсиновый сок, который оказался потом компотом апельсиновым. И теперь у нас с вами огурцы соленые, которые окажутся помидоры, скорее всего, соленые. Ну, не знаю, попробуем. Интересно, что же там такое на вкус. Так, здесь вот смотрим, что там написано. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, 350 грамм. А, нет, объем 750 миллилитров. А соленых огурцов, наверное, или жидкости, короче, не знаю. Сейчас посмотрим производство. Срок годности 2 года. Селиханский район. Район Селиханский. Ну, будем открывать. Ага, не все так просто. Опа. Это все. Так, вот такие огурчики. Сегодня немножечко в другом ракурсе, потому что я готовлю обед. Вместе с этими огурцами у меня будет суп. Итак, пробуем. Так, они у нас сочные, хрустящие, жесткие, то есть жуются с трудом. На вкус огурцов, ну, чуть-чуть присутствует. Ощущение, как будто это, знаете, выращенные огурцы на какой-то химии зимой. То есть, ну, летом вы пробуете огурец, да, он такой прям огурец вкусный. А зимой, когда покупаете огурец, у него какой-то привкус такой странный, химический. Вот это тоже так же. Вроде понимаешь, что это огурец, но вкус огурца как-то не особо. Ну, так ощущается вдалеке там где-то. Ну, такой ядрененький такой, это, ну... Покупать как соленый огурец, чтобы поесть, наверное, нет. Я бы... Нет, второй раз я точно не буду его покупать. Эти вот соленые огурцы, красная цена, вот они вот реально гораздо вкуснее. Хотя красная цена, а тут вот такое красивое название, да? Не знаю, мне не понравилось, честно. Там вот дальше я смотрю, вот еще нормальненький был огурец, а тут вот уже прям крупненькие такие, большие. Ну, на суп, может быть, подойдет, может и будет вкусно, надеюсь. Ну, такие просто, не знаю, мало ощущается вкус самого огурца. Такого, знаете, вот как вот раньше бабушки, дедушки наши делали, да, такой соленый огурец, ядреный. Ну, такой прям соленый огурчик. Прям, да, ну, такой, средненький. Оценочку из 5, наверное, ну, двоечку, троечку, так вот. Ну, 2-3 звезды, да. Вот, напишите свои отзывы, если вы уже пробовали эти огурчики вот этой вот фирмы. Обязательно пишите свои отзывы. Мне будет очень приятно, как она вам на вкус. Может, вам попалась другая банка вкуснее в вашем городе. В каких городах вы видели именно вот этот вот бренд. Вот. И с вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь в Яндекс.Дзене, в Ютубе, ВКонтакте у нас группа. Везде есть. Мир вашему дому. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.